Всем привет и приятного просмотра. Продолжаем проходить FIFA 18 за менеджер, за... Получается, за Робин Гудов, я так буду их называть. Так, они так и они есть. Так, ну чё? Так, мне по поводу трансфера. Так, трансфер. Вот я тут посмотрел, тут еще появился один свободный игрок. Вот он. 28 лет. Может, давайте попробуем с ним обсудить переход. Может, он будет нормально у нас игрок. То я тут такие столько ошибок на я очень рад вас видеть, вас обоих. Давайте сразу перейдем к делу. Так, благодаря за прием, давайте поговорим о роли клиента в клубе. Нам интересны варианты, при котором мой клиент будет один из игроков основного состава, будет регулярно получать игровое время состава первой команды. Важный игрок. Давай контрприложение. Ключевое. Ротация. Перспективный. Ротация. Дело. К сожалению, учетом нашего состава такое требование вряд ли выполнено. Все, я могу обещать, что все время получит важное проявлять себя выход на поле основного состава и на замену. Так не пойдем. Важный интересный вариант, при котором мой клиент будет важный игрок, приведет множество матчей в сезоне. Ну ладно, брат-близнец, что-то ты на меня похож, кажется. Ладно, принимаю я с этим условием. Мы понимаем, в клубе очень серьезная конкуренция. Если это неотъемлемые условия трансфера игрока, в нашей команде что-нибудь придумаем. Счастлив он, все-таки уговорил меня. Хотим поговорить о роли игрока в составе, теперь давайте обсудим продолжительность контракта. Давай на 4 года с тобой, а? Контракт заключим. На 4 года. Касается продолжения контракта на представление на 4 года, всех устраивает? Не, ему не устраивает, я так понял. Мой клиент не устраивает предложение. Предлагаем сроком контракта, мы предлагаем следующее предложение на один год. Ну, один год-то ни то ни сюда, ты что, с ума сошел, что ли, а? Давай на два хоть года, ё-моё. Это получается этот год и следующий год будет. Таким предложением контракт нас не устраивает, мы готовы предложить игроку контракт следующий предложить два года. Согласен предложению сроком контракт на два года, его вполне устраивает. Блин, ну дурдом какой-то. Что ты хочешь-то, я не понимаю. Ну давай тебе зарплату, да? Так, это... Сидим, определились, теперь давайте сразу перейдем, обсуживая вопрос финансовых вопросов. Давай. Сейчас посмотрим, что у нас есть финансовых вопросов. Так, я тебе предлагаю 5000 и бонус 150 тысяч. Я тебе выплачу за подписание. Подать приложение. Может рассчитывать на зарплату 5000 фунтов в неделю, мы предложим подпись бонус размером 150 тысяч фунтов. Так, все еще ниже вашего ожидания. Мой клиент хочет получать 8100 в неделю и предлагает подписать бонус 150 и 130 после. Че после? На выход на поле 130. Если он 10 раз выйдет на поле, он получит 130. Ладно, принимаю это ваши условия. Это не насколько больше, чем мы планируем, но мы согласны с вашими условиями. По зарплате ждем, когда присоединится нашей команде. Рад тебя увидеть в нашей команде. Сказать так. Вот игрок появился у нас. Теперь игрок... Так, посмотрим, что у нас вообще за игрок он. Делай. 68. А травму кто получил, на сколько имеет? Где травмированный на игрок? 68. Вообще супер. Вообще замечательно. Я прям сейчас. Так. Всех травмирующих вниз. Пожалуйста. Так, ну все. Так. Да. Так, я согласен с ним. Это пока что, это перед матчем еще будем. Так, мне еще надо контракт подписать с игроком. Так.
Посмотрим статус. Нет. Финансы. Финансы, финансы, финансы. Так, 11 месяцев. Вратарь. 63, 20 лет ему. Блин, он такой нормальный-то. Так, центральный защитник. Вот 63, 19 лет ему. Вот центральный защитник. 14031 год. Стоимость 8% упал. Ну, фигово. Так. Вот еще два старых центральных защитников. Один получает столько, другой столько. Ну, я не знаю, пригодятся они вообще мне. Очень проблема. Вот нападающий. Давайте с нападающим еще подпишем контракт. Так, ты у нас... Кто вообще? Понятнее, регулируемый. Это не он. А, 3-4 это номер. Так ему 20, да? Так, переговоры. Снова, как всегда, переговоры. Долгие переговоры у нас. Так, ждем их. Добро пожаловать, очень рад наконец-то видеть вас обоих. Садитесь, пожалуйста. Так, благодаря за прием, давайте поговорим о роли моего клиента в клубе. Нам интересуют варианты, при которых клиент придет весь сезон на скамейке запасных, получит достаточно игрового времени и не... Да, конечно, принят это. Мы согласны, в нашем клубе серьезная конкуренция, но обещаю, что получит интересуясь у вас игровое время. Все хотят играть. Да, все хотят играть. Так, тебе... хорошо, теперь давайте обсудим должен контракт с своим клиентом. У нас еще 4 года. Ну, этим я согласен, конечно. Это даже мне тут делать ничего не надо, ё-моё. Он все сам делает. Я даже согласен. Конечно, у нас устраивает, мы готовы предложить игроку контракт продолжить 4 года. Счастлив. Остается у Робин Гудов. Мой клиент не планирует включать договор пункта обступных, но готов рассмотреть разумные приложения. Не-не-не. Так, принять то же самое. Мы также собираемся включать договор с игроком пункт отступных. Не собираемся включать. Ой, счастлив, счастлив, блин. Прям прет, блин. Все только это. Так, теперь что у нас? Теперь давайте обсудим размер зарплаты. Мы хотим не менее 5400 фунтов. Наш подписанный бонус 69 тысяч. Я согласен. Конечно, ты на 1200... Тысяч, блин, прибавишь себе зарплату, ну и фиг с ним. Может, ты будешь будущим игроком у меня. Я еще неизвестно. Ну, вообще-то не супер ты. Игрок 62, блин. Как-то не так. Ну и все, мы договорились по поводу этой всей фигни. Можно так сказать, у нас... А у нас есть такие долгосрочные? 3 года максимум у нас. 2 года дофига теперь у нас. А, не, вот 2 года, вот они, это пусть 4 года. Вот у нас уменьшается, потихонечку разбираемся. Ну ладно. Ну что, пропускаем календарек до следующего у нас времени. Тура, можно сказать, второго тура нашего. Первый тур мы обосрались. Так, продолжаем трансферы. Так, кто у нас такой ты вообще, а? Семнадцать лет, 68. Нет, ты у нас отклонить предложение. А ты у нас центр левый защитник. Тоже отклонить предложение. Пока еще не всех я запоминаю, блин. Еще пока ничего не разбираюсь. Ну ладно, пропускаем дальше. У нас там трансфер. Все. У нас игра. Смотрим состав, что мы можем выпустить. Так, пока все прекрасно. У нас вот этот новенький игрок будет играть. Так. Вот тебя хотели купить, да? Ну, я на тебя есть планы, на самом деле. Ты будешь подниматься. А тебе сколько? 25 лет, понятно. Ну и что, таким составом будем играть, значит?
Да, будем таким составом играть. Ну так только. Тебе сколько лет? 22. 22. 20. 31. У тебя вард. Вот ты, вард. Тебе, я думаю, по поводу продажи. На самом деле, скажу, прости. Слишком много у нас нападающих против тьма. У нас только защитников нет, сколько нападающих. А ты где умеешь играть? Везде умеешь играть? ПП, ЛП, Северная Ирландия. Извини, но ты все-таки уйдешь, можешь сказать, сегодня. Ладно, перейдем к игре. Блин, подожди, подожди, куда ты там? Вот так вот. Играем в гостях. Но мы уже увидимся в конце этого матча. Вот все моменты, которые мы играли. Нам первый забивает гол. Это лучший момент, который игра сама сам представила. Можем посмотреть все это. Что тут происходило? Тут может что-то получиться. Момент! Забивай! Он сделал сам себе свою всю игру здесь, я так понимаю. Нам повторяют удар, после которого мяч оказался... Угловой мы забиваем. 2-1 уже счет. И есть гол. Выходят они вперед благодаря этому забитому мячу. Тащит вперед мяч. Ну здесь ошибка нашего левого. Нам забивает 2-2 счет. Интересная атака. Прострел. Тут прострел. Сам себе, получается, гол забили. Да даже это уже 3-2 получается, да? Не, а мы как-то лидировали. Ну ладно. И пробил. И тут мы забиваем гол. Вот это очень высоко удар был. Ну ладно, все, хватит с этим смотреть все. Вот такой счет у нас 3-3, первый матч, который мы не проиграли в турнирной таблице. Можно так сказать. У нас 3-3, у нас оно очко всего лишь. Оно очко среди двух туров. Это очень плохо, на самом деле, для меня относительности, потому что я хотел бы большего. Но, увы, тут такая фигня, у нас проблема везде и во всем. Ну ладно, переходим к тренировкам, игрокам. Надеюсь, вы подниметесь. Очень на это надеюсь. Так, у тебя хотели купить, на самом деле. Давай тебя. Я жду тебя, чтобы ты уже вышел на поле. Надеюсь на тебя в будущем. Очень надеюсь на тебя в будущем. Так, что у нас дальше делаем? Тебя по-любому право качаем, бля. Как не знаю кто, ты тоже, по идее, должен офигенно быть игроком. Так, так, тебя. И защита. Но защита у нас ни одного молодого нету, кроме тебя. ПЗ. А, это правый, ты правый, левый. Так, центральный защитник. Тебя. Рассчитываем. Надеюсь, кто-нибудь среди вас сегодня поднимется или нет. Походу, дел нет. Никто у нас не поднимется. Увы. Ну ладно. Ничего не поделаешь. Так, что у нас дальше? У нас дальше мы занимаем 18 место. Это не офигенный результат. Пропускаем. Время. Так, все. Мы играем с ними. Мы играем с ними. Составчик можно не менять. Давайте нападающих поменяем. Вообще-то он хорошо играет. План состав мы не меняем. Таким же составом выходим на поле. И начинаем игру. И опять мы в гостях, да? А хоть тут нормально, а то там вообще жестоко было. Фиг чё поймешь, где кто когда, блин. Футболки не подходит. Надо было им домашку сделать, а мне надо было этот. Ой, блин, защита. Вот так нам теперь будет забивать теперь, не сегодня. Ой, куда он бежал, фиг поймешь, а?
Ну что, начинаем третий тур чемпионшипа. Сегодня Барнсли встречается с Ноттингем Форест. Матч вот-вот начнется, так что давай дадим свои прогнозы, пока есть пара секунд. Мне почему-то кажется, что победят хозяева. Знаешь, а я бы никому предпочтения не отдавал. И мне кажется, будет ничья. Что скажешь о гостях, Константин? Эта команда звезд с неба не хватает. Такой настоящий крепкий середняк. И старт сезона они пока проваливают. Идут в первых двух турах без побед. Вот так, да. Но без побед фигач. Фигово. Куда не денешься. И вот мы видим состав хозяев. В этом матче команда сыграет по схеме 4-5-1. Да, тренер решил предельно насытить опорную зону. Нифига, прикольно, 4-5-1. Блин, центр трудно будет прорываться, на самом деле. У них два ЦПшника, я так понимаю, один ЦОП. Ну давай, надо настроить, надо выигрывать уже, ё-моё, ну куда так играть-то? Состав команды гостей. Кубок Лиги, блин, с ума сошли. Играть, на самом деле, против Саутгемптона этого, блин. А ну еще турниры нам может попасться. А это Саутгемптон. Не слабая команда. Сильная команда вообще, жесть. Арсенал, игрок, конечно, у нас играет, но он пока еще не может показать такого результата. Мне не хватает тех, которые будут топ. Игроков. Который взял, купил его, он будет играть тебе, блин. Вот это да. Три гола последних трех матчей. Но победа там близко была, то матч. Но, увы, я ее сам себе обломил. Так, начинаем. Так, пас уже опять у нас. Отлично сыграно, надо решать. Давай, и забиваем на второй минуте гол. Быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет... Это ЦАП, что ли? Где нападение, что надо ставить, я не понимаю, а? Согласись, сейчас здорово под мяч игрок подстроился. Да, мяч... Просто всех обошел, и все тупо. Высоте, и голкиперу было очень трудно что-либо сделать в этом моменте. Высоте? Какой высота-то? Да, он у нас уже 3-4 гол, что забивает вообще. И фигу знает. Надо будет статистику посмотреть. Кто сколько у меня голов забивает. Я хотел бы посмотреть бы. 1-0 в нашей игре. Nottingham Forest goal, number 16. Блин, я думаю, я отнял у него. Скучновато. Да, блин, не отняли мы нифига. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Есть варианты, куда сделать пас. Так как вот так вот такие рикошеты, да? Уверенно действовал вперед. Получай тот, что у игрока этот, как он называется-то? Ну беги давай, блин. Фиг ты стоишь, как истукан. Знаешь, что серьезная игра, это только начало игра. Блин, хороший пас, но не получился он. Можно начинать свою атаку. Опа, мяч опять у нас. Блин, они защиту хорошо уходят. Но они не такие, как те, агрессивные. Там вообще агрессия была. Темп не стараются пока обострить игру. Это может быть опасно. Шанс был, но там еще один игрок открывался. Если прошел пас, можно было ему дать. И можно было... Давай, выходи. Из этого... Давай-давай, беги. Опа. Нет, не прошел. Пас. Ничего, плохо. Надо какого-то игрока приобрести. Прям суперского. Ты этой команды. Куда ты бьешь-то, блин? Куда, на угловой? Блин, угловой будет.
следующий раз смотрим, как команда забивает и выходит. Да, вот это молодчина просто сделал все свое дело. Очень удачно, и момент для удара, и сам выстрел получился очень точно. Спасает голкипер ворота, но придется ему еще стараться. Ага. Тут защита справляется, потери мяча. Ай, блин, ушел от меня, Павла. Слишком близко от ворот, слишком близко. Это фигово. Давай, блин, полгода будешь вставать здесь. Штрафную подачу есть там. Ну ты рядом стоишь, фиг ты на него не смотришь нифига, а. Так, смотрим на игру. Может получиться интересная атака. А вот это уже... Давай, бей! И второй гол забиваем. Второй гол. Теперь у нас нападающий забивает. И здесь не ошибаюсь, он из Ньюкасла. Он не из Ньюкасла, если не ошибаюсь я. Этот игрок забил, но мы с тобой видели эпизоды, в которых футболисты промахивались с таких дистанций. Это действительно так, но вот здесь прямо все к одному срослось. Кто-то не доглядел, а кто-то вовремя... Молодчина. Фу. Молодчина, вообще супер. Пока мы идем, но это очень плохо. Ну, точнее, это время еще дофига. О, игрок молодчина. Так, сделай защитник, давай показывай себя, настраивайся на игру. Адаптируйся в нашу, блин, свободный агент. Блин, вот это хорошо, свободный агент. Но они, вот фигово, что, вот видите, вот я подписался одним свободным агентом, а получил 100, он... 55 общий. Но это ни о чем просто, блин, это... Это надо еще в нижний дивизион, блин, его. Не-не-не, это не получится. Тихо-тихо, мяч наш. Блин, ну а тут чего? Во, 11-метровый. Ну опять одни забьем, да? Желтую. Здесь спорить смысла нет никакого. Это пенальти, и это предупреждение игроку. Да, все по делу. Разобрался арбитр в ситуации и вынес справедливое решение. Так, кто у нас бьет? Вот ты. Давай вот так сделаем, да? Смотри, не промахивайся, Павла. Сколько здесь ты голов мне уже позабивал, прям? Игрок, который умеет 70, да? Вообще супер. Вратарь даже не угадал. Но мы уже пенальти это можно много раз видеть. Вот Кубки Лиги, да, мы пенальти там приебал. Потом жалел об этом. Или нет, и не Кубки Лиги это было. В первом туре, что ли, у меня было? Варян, откуда? От нас ушло, фигово. Бросил сразу, как только мяч попал к нему в руки. Это Кидум, чего тут будет, блин. Раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Так, тут мучиться не надо, но... Защита у них тоже неплохая, на самом деле. А видите, этот раз защиту мы скрываем, как нифига делать. Опасно. Друзья, мы что, будем смотреть передачу назад? Да-да-да, будем смотреть передачу назад, блин. Тут просто все закрыто. У этой команды видно, что с этим элементом футбольным у них все в порядке. Навешивать пора. О, есть шанс был. Хороший шансик. Но, увы, защитники свое дело сделали. Отлично сыграно, надо решать. Давай. Защита, выбить мяч. Приебешь, иди уволю нахуй. С этой работой, бля. И ближе к воротам игра переходит. Да блин, ну тут уже все закрыто у меня нафиг. Надо было, конечно, навес сделать, я думаю. Ну ладно, мы сделаем вот так вот. Хороший пас на ход. Давай, давай, бей! И забиваем четвертый гол. Два дубля.
У нас двух игроков дубли. После розыгрыша последовал великолепный пас и, как следствие, конечно, гол. Мы просто делаем эту игру. Просто уже делаем ее. Второй его гол в сегодняшнем матче. Явный претендент на звание лучшего игрока встречи. Давайте посмотрим еще один повтор. Что-то вообще слишком странно здесь сделано. Теперь ты много мячей в этом футболе. Конечно, первый тур, который мы побеждаем. Первый тур, который мы побеждаем, можно сказать. Так, смотрим на игру. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Здесь защита справляется, мяч отобран. Но что-то фанат. Свисток. Да, фигово. Ай, блин, ты пропускаешь свою территорию. Но ты молодчина, отнял свое дело. Свое дело ты сделал. Так, смотрим, давай, вперед. На пару решили разыграть эту комбинацию. Ну, не просто, конечно, такую оборону проходить. Это пассивный такой режим и ставка на превосходство в количестве, я бы сказал. Это может быть опасно. Так, я хотел бы еще, но... С мячом вперед он идет. Защитника просто не заметил. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Опа, молодчина вообще просто, супер. Вот так вот. А, ну тут все закрыто было. Так, мяч у нас. Ну нафиг ты вратарю дал пас, а? Как же здорово играет в пас. О, вообще супер. Опа. И проходим. Ну удар бы прошел хороший. Уходим на угловой. Он проводит прекрасный матч, нужно это отметить. Отличный матч проводит форвард. Посмотрите, сколько ударов он нанес. На графике все замечательно видно. Уже забил неоднократно, такое не каждый день случается. Ай, блин. Защита первая на мяче, вынос. Опасно! Удар был замечательный вообще. Молодчина, удары тоже заебись. Такие даже удары очень охуенные. Ну что, переходим мы. Опа, и ничего у нас не получается. Так, не... решил да, блин, ну куда так бьешь-то? Ну все, свисток, первый тайм у нас первый тайм за нас заканчивается. 4-0 по первому тайму, это очень много, вообще ужас много. Так, что у нас здесь? Здесь у нас... Болтон играет пока 0-0. Это неинтересно. Первые три очка, парни. У вас идет первые три очка, и мы играем в гостях. В гостях две игры, блин, мы сыграли. Блин, я думаю, ты своему врагу дашь, блин. Тут может что-то получиться. А, закрыт. Плохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Странный матч пока, надо сказать. Команда, в принципе, равная по классу, как минимум, но по... игрок поспешил. Офсайд. Супер. Молодчина. Так, что нам предлагают? Удалось зафиксировать офсайд, но ведь он оказался... Цапа. Меняем. У нас замена. Слышите, болельщики явно оценили действия этого игрока. Пускай отдохнет он. Еще бы, он действительно сегодня сыграл очень ярко. Думаю, пусть отдохнет. На звание лучшего игрока матча. Так, смотрим. Да, он лучший игрок матча, ему надо отдохнуть. У нас Игорь тащит. И как арсеналский игрок бывший. За миллион купили, блин. Называется. Подачи, и есть
там кому сказать. Ага, хороший удар был, молодчина. Со мной, ты не говори об этом, чё, так все. Бей, сам клан бей, и все время не залетит, все, блин, нафига. Есть адрес у этой передачи. Это может быть опасно. О, спасибо большое. А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. Не получится уже, уже мы опустили момент этот. Есть тут возможность к воротам убежать. Да, блин, все-таки отнял пидора. Все-таки он это сделал. Кстати, сейчас в прессе множество слухов ходит о большом контракте с одним из игроков. Ну а что тут сказать, Георгий? Время покажет. Может быть, узнаем какие-то детали и тогда сделаем какие-то прогнозы. В любом случае, громкие трансферы, это всегда будоражит, это всегда интересно. Да отнимите-то у него это мяч проклятый. Че они около наших ворот, блин, все таскает ее. Вот падают, а? Хотят... вот это гол они закрепали. Я думаю, сухую сыграем. Нифига. Филигранный удар в девятку. Прекрасный гол. Нифига. Сухую мы не сыграем. Какой прекрасный гол все-таки, а? Однако ждать его, я думаю, могли не все. Да уж, сегодня этот вратарь играет просто великолепно. Может быть, это какая-то потеря концентрации? Трудно сказать. Надеюсь, это... Да, они все-таки отыгрывают... Один мячик точно пока в данный момент. 4-1. Преимущество в 3 мяча отыграть практически невозможно. Ну, увы, я так понял, тут ничего не добьешься этого, бля. Дух у них чуть поднялся. Баба. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Павлов-то, а? Отнял, главное, сука. Главное, чтобы повыше и посильнее. Именно так, наверное, его учили в детской юношеской школе. Соперник сыграл раньше. Ладно, я хочу поменять игрока. Ты хорошо сыграл. Я хочу почувствовать тебя. Скажу честно. Так, и еще одного хочу поменять. Это тебя. И тебя. Чем мяч добрался до своего адресата. Блин, не дотянулся, папа. Это может быть опасно. Ну куда ты? Беги давай, на фланг. Подача на ближнюю штангу. Фу, слава богу, отбились. Он, папа, отнялся-таки, урод. Бега, они с этими играют. Они тоже в премьер-лиге были. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Конечно, тут дают задачу. Я понимаю, что тут задача на середине быть. Добриться. Я просто фиговаю от этой игры. Уже. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Засели, а? Вам надо атаковать, а не заседать у меня. Бля, надо было насквозь, на всякий, рискнуть. Не здесь, конечно, бля. Выгодной позиции. А, удар был, ну, прям в игрока. Удар был прям в игрока сделан. Тут никуда не денешься. Бля, вот падут, а. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Давай, погнали. Блин, он так и ожидал, что ему дадут пас. Прям подсчитал, думал, когда ему дадут этот пас, и я тут отниму. Блин, вот это фигово. И вперед он идет. Вынес. Вынес, так, мы 19-го Мидесбро. Мидесбро играем. Но он что-то упал, Мидесбро, но она не слабая команда, это Мидесбро. Такая сильная команда-то. Хороший вынос мяча из штрафной. О, вообще идеально.
Блин, вот задрали меня уже, а. Хорошо поработал, выиграл. Не смог победить нормальную игру. Ну что там дальше у нас? Грамотный пас, все по делу. О, супер. Пока неплохо. О, просчитал, Павла. Ну как ты мог промахнуться-то по мячу? Неплохо действует. Да, вот это пас. Пас мирового класса. Плана, что называется, в одни ворота, и до конца остались считанные минуты. Надежная ну да, один гол был в втором тайме у нас. Вся игра прошла. В первом тайме у нас вообще почистую. Посмотрим за этой атакой. Ну куда ты опоздал? Мне вот просто интересно. Просто очень интересно, куда ты опоздал, а? О, мячик у нас теперь опять. Тут может что-то получиться. Не, нападаешь тут полностью закрыли того, который хочу надежды сделать. Он там развивается. Теперь можно начинать свою атаку. Барян, опять не так. Даже на эту, которая у нас старичок. Накрывают его прессингом. Забивать нужно! Вот вам и гол, но это гол скорее престижа. Это меня отвлекли. Пришлось на секунду микрофон выключить, блин. Пропускаем гол. По моей ошибке, потому что который я был отвлеклен. Ну такой удар на технику, конечно, очень сложно отразить. Ну тупость это был, ворота, тупость. Это точно... Ну ладно, мы все равно побеждаем, да, это не слишком важно. И точно, и практически без шансов для вратаря. Нам хватает это 4 голов. Команды, у нас 4-2. Ну как и первый у нас матч. Но отставание чемпионшипе. Тут понадобятся титанические усилия, да еще и чудовищный фарт, чтобы ликвидировать такой разрыв. Знаешь, в последнее время невероятные камбэки случаются. И кто знает, может и мы сегодня увидим один из них. Да ничего ты не увидишь, ты, ё-моё, это... Я отрёкся просто. И все, ё-моё, больше тут ничего такого не было. Навес в центр штрафной. Ну, выкини его нафиг отсюда. Пошла последняя минута основного времени матча. Не, он уже все, выдохся. Ну все, нормально. Хорошо отыграли. Хорошо, хорошо. Молодцы, 4 гола закрепать. Это победа, а победители, как известно, не судят. А 3 очка, как мы с тобой знаем... Едем домой, возвращаем домой с 3 очками. Это просто супер. Ну, Болтон проигрывает. Да, Астон Вилл выигрывает. Вот Астон Вилл вообще замечательно был играть. Я думаю, тут почувствовал сразу же. Деньги тех более-менее хоть были. Вот мы теперь занимаем 11 место 4 очками. Так, что хотел я? Я хотел сюда зайти и посмотреть одну фигню. Так, статистика. Игр. 6 голов. Он у нас 6 голов уже. Среди 8 игр он 6 голов нам забил. Гол, пас. И она сухая игра. Офигеть, он у нас уже 6 голов забил. Это у нас 5 голов забил. Это тоже 5. Даже ты у нас забил. 5 голов, 4 игры? Ну это который, кажется, я прокачиваюсь, не ошибаюсь. Ладно, и еще хочу посмотреть я календарь с вами же. Так, календарь, календарь, календарь. Так, мы тут играем. И кубок лиги, да? И что это такое? Да, это кубок лиги. Миддлсбро, потом кубок лиги опять. Следующий тур у нас. Не, конечно, нет. Еще эти впереди. Ё-моё, трудные матчи, Павел, трудные. Блин, слишком много матчей, слишком много матчей. Ладно.
Так, что хотел еще? Трансфер хотел зайти. Так, я хочу задачу зайти. Задачу. Так, правый полузащитник, любая позиция, ПшНИК. Вот, тебе можно сказать изучение. Так, опорник, усиление. Два игрока, а тут один написан. Почему? Так, левый защитник, да, не надо. Можно центральный посмотреть. О. За три. Тут есть свободный агент где-то. Так что вот он. А что с ним сделаю я? А, удалить отчет? А, удалить отчет, вот что. Ну ладно, фиксим. Так, центральник. А что-то немец. Давай тебе еще сказать, следить за тобой. Пускай следят. Так, пускай за вами следят. А еще я хочу в состав опять зайти. И применить его на игрока. Так, вот ты. Так, на трансфер тебя. Прости меня. 31 год тебе и вся такая фигня, и ты не сможешь все делать. Тут как у нас лидеры? 9 очков, 3 из 3, Хау Сити. Саутгемптон 2-2. А, 2-2 сыграл, у них 6 очков. Мидсбро сверху. Но мы пока посередине таблицы. Ну а на этом мы остановимся. Увидимся уже в следующей серии других поражений. Всем удачи вам и пока.